Вот скажите, какой самый любимый праздник в году? Ну, думает, 1 мая, Новый год, там все. Нет, самый любимый праздник – это день рождения. Конечно, если свой. Потому что если чужой, то это проблема. Надо подарки дарить. Не, я не против подарков. Я вообще очень люблю дарить подарки. Но, понимаете, с каждым годом это становится все труднее и труднее. Не знаешь, что подарить. У всех все есть. Вообще, надо вам сказать, что подарки делятся на две категории. Значит, одни подарки – это те, которые фиг нам кто подарит. А вторые – это которые нафиг нам никому не нужны. Ну, не знаю, что дарить. Я, честно говоря, придумал свой способ для того, чтобы дарить подарки. Вот то, что мне дарят на день рождения, я потом весь год и раздариваю всем. Но тут важно, понимаете, не промахнуться. Как-то постараться не подарить тому человеку то, что он тебе уже подарил. Я так одному приятелю подарил на день рождения такую пепельницу чугунную. Медведь с раскрытой пастью. Такой пепельница. Килограмм на 5. Он меня этим медведем чуть не убил. Он к нему четвертый раз вернулся. Такой медведь, понимаете, шатун такой, да? Ну, надо сказать, что самый трудный подарок – это подарок жене. Вы заметили, когда приходишь в магазин подарок покупать женщине, да? Продавщица спрашивает, вам жене или подороже? А мне и жене, и подороже, потому что жена моя по подарку сует, как я сейчас ценю. Я однажды ей подарил блюдце с чашкой, а чек положил от телевизора. Вот она довольна была. Но я вам хочу сказать, я, понимаете, у меня ведь какая задача? Подарить ей что-нибудь такое дорогое, но за небольшие деньги. Поэтому все последние годы я ей дарю кольцо с бриллиантом. Дорогое, потому что все-таки золото, а бриллиант мне один знакомый цыган на рынке вставляет. Да, такой уникальный парень совершенно. Он мне года два назад обещал даже яйцо Фаберже достать. Ну, потом долго извинялся, говорил, что не мог этого Фаберже догнать. Второй по значимости, по трудности подарок – это подарок тёще. Тут шутки в сторону. Потому что тесть решился с тёщей пошутить на день ее рождения. Она ему говорит, подари мне какой-нибудь электрический прибор, ну, кофемолку или кофеварку. А он решил пошутить, говорит, а электрический стул не подойдет? И главное, шутка ему недорого обошлась. Только стоимость такси в травмопункт и обратно. И все. А так все нормально. Вот. А, ну, поскольку она женщина у нас начитанная, я считаю, что лучший подарок – это книга. Особенно, если в нее положить побольше денег. Она мне года два назад подарила на день рождения такую коробочку. Говорит, это фирма «Жилет», 58 лезвий. Пользуйся, говорит, зятек. Я открыл и обалдел. Оказалось, это кухонная терка. Да. А у меня вот соседка такая, Анна Павловна, она вообще считает, что мужу на день рождения ничего дарить не надо. Я говорю, ну как же так, ну надо хоть раз в году побаловать человека-то, мужа-то. Она говорит, нет. Баловать мужа надо каждый день. Холить и лелеять. У него от этого растут и холка, и лелейка. Мудрая женщина, правильно? А вы знаете, сейчас ведь эти подарки надо дарить уже не просто на день рождения, а вообще на каждый праздник. Там Новый год, 23 февраля, 8 марта. Мы своему главному бухгалтеру на Новый год подарили сувенирную бутылку водки. В хорошей коробке такой. Ну, не удержались, выпили всю водку, залили туда воды, закупорили и подарили. А он такой добрый оказался. Всю эту водку разлил по стаканам, и мы, как дураки, пили ее, крякали и говорили, эх, хорошо пошла. Ну, 8 марта – это праздник со слезами на глазах. Потому что всем женщинам в коллективе надо дарить шампанское, наборы конфет, шампуни, там, духи. Ну, мы своему начальнику подарили на 8 марта бутылку виски со словами, ты, конечно, не женщина, но редкая. Да, 1 апреля. 1 апреля – день дурака, наш праздник. Хочешь, не хочешь, надо какие-то шутки дарить и подарки дарить. Я жене говорю, ты какие подарки больше любишь? Много маленьких или один большой? Она говорит, много маленьких. Ну, я ей подарил стакан семечек. Вот смеху было. Только смеялся я один. И то недолго, пока стакан до головы не долетел.
Ну, 1 мая – день солидарности трудящихся. Ну, я своему другу, трудящемуся, озверевшему от одиночества, подарил на 1 мая надувную тетку. Надул ее и подарил. Он на другой день вернул мне ее со словами: «Дура, дура! Ни одного слова в кроссворде подсказать не может». Ну и 5 мая, мой день рождения, все пришли, и сотрудники, и друзья, и соседи, все пришли, подарки подарили, я глянул и обалдел. Вот все, что я им целый год дарил, все назад ко мне и вернулось.